Так, с нами делегация Беларуси. Пожалуйста, представьтесь. Меня зовут Лида, это Настя, а это Филипп. Расскажите нам, какую песню вы будете петь? Мы будем исполнять композицию «Ангелы добра». Я буду солировать, а Настя и Филипп будут играть на скрипках. И по совместительству они у нас живые скульптуры. Оживают от доброй музыки. Давайте живые скульптуры вы нам представитесь. Расскажите о себе. Кто вы вообще, чем вы занимаетесь? Давно уже занимаюсь музыкой, скрипкой и конным спортом. Но, конечно, больше я очень люблю играть на скрипке. Я Филипп, ученик гимназии номер один, как и Лида, и Настя. Занимаюсь музыкой уже довольно давно. Мне это очень нравится. Вы из города Могилев, правильно? Да. В городе вас уже узнают на улицах? На улицах не узнают, но нас многие знают, и нам это очень приятно. Хорошо. Какие у вас вообще ожидания от конкурса? Мы ожидаем много новых друзей, море впечатлений и хорошего нашего выступления, чтобы всем понравилось. Уже удалось познакомиться с другими участниками? Да, со всеми участниками, так как до конкурса мы были знакомы только с Россией, с Украиной и Грузией. А во время же конкурса познакомились со всеми странами. Все очень нравятся, все очень дружелюбные. Мы задаем вопрос, можешь ли ты спеть песню какого-то другого участника напеть? Да, многих. Давай. Допустим, Россия. Да. Как Ромео и Джульетта, за тобой готова хоть на край света. Может, это все мне снится, где найти ответ, правда или нет. Как Ромео и Джульетта, мы с тобой свободны, словно ветер, и не спрятаться, не скрыться, как волнует кровь первая любовь. Вот. Ой, меня попросили передать два каверзных вопроса от человека, которого ты знаешь, который попросил не представляться. Первый вопрос, просто легкий. Кого ты считаешь величайшим композитором классическим? Моцарт и Бах. Для меня это просто композиторы. Я просто, честно, балдею от этой музыки. Она пропитана современностью. И когда я слушаю вот что-то уже, так как эта музыка была сочинена, ее сочинили очень давно, но она до сих пор актуальна. И второй вопрос, как ты относишься к творчеству Леди Гаги? Это очень талантливая певица, у нее очень хороший вокал, и своим эпатажем она поражает всех. То есть мне очень нравятся многие ее песни, и слушаю тоже их с удовольствием, у нее есть чему поучиться. Отлично, тестирование ты прошла. Спасибо. Теперь, наверное, попросим спеть все-таки твою песню. Хорошо. Припев? Да. Хорошо. Все вместе? Одна? Ладно, хорошо. Ангелы добра, два белых крыла над миром, их печаль светла, как море в глазах, их слезы дают нам силы. Вот Настя нам говорила, что она хорошо говорит по-английски. Скажи нам что-нибудь, передай какой-нибудь привет. Кому? Поклонникам? Всем. Даже не знаю. Могилёв. Всем участникам. Да, Могилёв. Давай Могилёву. Hello, Могилёв. I from... я не могу. Нет, я не могу. Нервы. Окей, ладно. Давай ты на русском языке тогда. Привет. Привет всем. Я хочу пожелать, мы хотим пожелать в первую очередь участникам хорошего выступления, чтобы они получили от конкурса просто тоже массу хороших эмоций. Хотим передать привет Могилеву, гимназии нашей первой, всем друзьям, так как они очень просили, просто умоляли. Вот, Свирепу Александру Федоровичу, нашему госполкову, всем-всем-всем-всем большой огромный привет и держите за нас кулачки. Спасибо. Мы тоже вам желаем удачи, хорошо выступить. Спасибо большое. Спасибо.